начало 2019 года ознаменовалось выходом множества интересных турецких сериалов. Одной из таких долгожданных новинок стал мелодраматический сериал «Воссоединение». Этот телепроект производства компании А23 Медиа и режиссера Мурата Анбула вызвал интерес с первых серий многих любителей турецких сериалов. Их в первую очередь привлек отличный актерский состав и увлекательный сюжет этой истории. Азиз вырос в Германии, но когда мальчику исполнилось 15, семейство решило вернуться в родную Турцию. Герой мелодрамы «Воссоединение» постепенно приобретает навыки управления крупным холдингом, который принадлежит семейству. Он – единственный наследник и завидный жених. Многие девушки мечтают о харизматичном и серьезном парне. Симпатичный молодой человек пока не собирается жениться. Он с удовольствием совершенствуется, знакомится с людьми, ищет новые способы решения проблем. Знакомство с Салихом происходит в знаковый момент. Этот парень не так давно пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он находится в поисках истины и отыскивает старые бесхозные вещи. Воссоединение раритетов с хозяевами позволяет восстановить справедливость. Салих приносит Азизу старинные часы, с которыми связаны многие тайны семейства. Герой даже не подозревал, что существует столько секретов у родных людей. Он начинает распутывать нить событий, выясняет правду и готовится к окончательному выяснению всех отношений. Знакомство с Фериде превращается в страстную и романтическую историю, но тайны не отпускают. У девушки есть что рассказать о прошлом родственников. Сценарий сериала «Воссоединение» относится к романтическому жанру с драматическим уклоном. Это история невозможной и, в то же время, удивительной любви двух молодых людей. На пути влюбленных стоит немало преград и испытаний. Прежде чем произойдет то самое воссоединение, нашим героям предстоит преодолеть все эти неприятности, которые будут их преследовать на протяжении долгих лет. Главный герой сериала – Махир в исполнении Кадира Дагулу. Вместе с Фериде, роль которой играет Деврим Маскан, он видит одинаковый сон. Им снятся старые часы, к которым они когда-то имели отношение. Однако этот предмет напоминает им об ошибках молодости. Не последнюю роль в сериале играет и отец Салих. Во всяком случае, все называют его именно так. Он находит каким-то образом эти старые предметы. Когда Салих отдает эти вещи тем, кому они принадлежат, то начинают открываться старые секреты, которые до настоящего времени надежно хранились. Премьера состоялась 7 января 2019 года на канале ТРТ. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии. На комментариях напишите, кого из звезд хотели бы увидеть на следующем видео.